Всем привет, это Джинго, это наш второй сезон. Мы знаем, вы долго ждали, и поэтому приготовили для вас сразу два сюрприза. Что вы здесь? Снимаете что ли? Как это вообще работает? Как работает? Вот так поворачиваю, давай. Покажи пуцики свои. Красивые, все. Что делаем? Футбол играем. Какой футбол, блядь? Футбол не умею играть. Давай снимать. Пойдем, войну придумал, блядь. Сенсация, будь хайп это или еще чего. Мне не важно все, на чем гонит поп. Это временно, уже растаял лед. И пусть будут те, кто на слайве бред. Мы выкупаем кайф уже столько лет. Все утечет, сынок, все утечет, сынок. So now where are you? Where you lonely turn? Drumming like a feature music. Only thing I know. Как вы уже поняли, сегодня у нас в гостях Николай Гергобяни и Гера Раганян, более известный в криминальном мире как Жюль Верик, либо в блогерском мире, как сказать? Гера, как сказать? Ну, он, по-моему, ляпнул, дрянь. Да? Бля, я всегда это делаю. Как вы поняли, сегодня у нас в гостях футболист футбольного клуба «Алания» Николай Гергобяни. Самба! И Гера Раганян просто хороший парень, блогер и наш друг. А я вообще раньше футбол играл. Он сижаш. Смотрите, будет интересно. Брат, новый взял, что ли? Новый, да? Сегодня мы поделимся на команды. Будет команда футболистов и команда блогеров. Команда проигравших будет висеть на перекладине, а команда победителей будет бить по ним с линии штрафной. Плюс ко всему, нашу команду пополнились еще два футболиста. Это Дато и Надарик. Оба игроки жемчужины, молодые ребята, амбициозные, будут доказывать. Больше всего ненавижу черную задницу Уэсли Снайпса. Первый челлендж у нас будет выходы 3-2. Я не услышал, я прослушал. Я в ролях сегодня, братишка. Ты сегодня должен был в ролях быть. Трудный ребенок. А кто первый начнет, решит монетка. Орел, решка. Орел, ваше начало. Че, чемпики? Он самый спортивный. Это ты защитник? Вы защитники? Подальше, да что за новые дебилы какие-то пришли? Один? Это вообще кто? Почему ты втихаря их? Ну, на камеру же. Ну, в лицо потом скажешь? Обязательно. Если его яйцо есть, давай, на лицо и сходи. All I be the rip tonight, all my pussy, yay! А вы должны хлопать. Ваши комментарии по голу. Хорош. Я мог забить, если бы этот гусь отдал. Бывает, что. Это один раз? Второй не повторится. Ты что скажешь? Защитники мертвы. Посмотрим, как они сразу шуточку сделают. По моей теме. Я очень цепкий, брат. Давай. Какой? Цепкий. До этого были не защитники, вот это чистейшие защитники. Смотри, Леброн Джеймс, Стеф Карри. Он же абхаз вроде. Стеф Карри, вау. Уора Карри. Обязательно Уора Карри. Какие планы? Построить дом. Там дерево еще. Посадить сына. Кебасо, кебасо!
Ну это сразу чувствуется, чемпионат города прям. Хорош. Это профессиональные ребята с чемпионата города чувствуют. Это ты что разминаешь? Что тянешь? После первого челленджа моя команда выигрывает 1-0. Поехали. Но это ненадолго. И дальше у нас идут штрафные, ваши любимые штрафные. Давай, Коля, переведи в чужой рапе. Быстрее потом. Это на то был. Блин, в угол вратаря как говорил. Как это туда называется, когда ты ударил сейчас? На колбоу. Он больше не бьет, твой штрафник. Это что за спецстраф? Евро, брат. Спасибо им. Виноград, перчатку сними у вратаря. Спрашивает, свечта или нет, бля, любима. Какая твоя любимая программа? Динго. А с кем ты ее смотришь? Давай, давай. Я, мама, бабушка, куры. Куры. Хорош, Надари. Тебе вала не дают, ты что? Да. Если мяч получше был, я бы забивал. Да, 90 минута. 90 минута Алания играет за выход в Премьер-лигу? Да. Это уже на первом месте. И ты думаешь, доверили тебе? Нет. Давай. Хорош! Рука, участок! А сейчас? А сейчас? Это не рука. Ну не забил, что получается так? Получается так. Получается, Алания не выходит в Премьер-лигу? Нет, ну я потом забил, то есть не за штрафного, я с игры забил. И когда вы какая не досья, мы помадаем, и мы думаем, уи! Алания стоит в стенке. Алания стоит в стенке. Это вот так Коль говорил, бля. Давай прыгай, бля, уже. Ты чё, бля? Чё, будешь бить, эй? Давай, ты чё, будешь бить? Я пейбол сейчас дам тебе. Сашки, долбоёб, бля. Бля, ну попробуй на силу. Гера, лупи по старой памяти. Разводчик на силу, Роберто Кайлос. И разбег, как Роберто. И разбег, как Роберто сделай. Разбег. Это настоящий джингл. Хорош! Бля! Больно? Это был Роберто Карлос. Неприятно видео. Там родственник на воротах стоит, блядь, не ловит, блядь. Не берущийся вода. Не берущийся? Что? Что надо сказать, получается? Надо объявить вообще по счету и что осталось. Надо сказать, что вы про команда блогеров проигрывает 2 мяча. Команда блогеров проигрывает 2 мяча. И у вас осталось 2 челленджа. У нас осталось 2 челленджа. Чтобы спасти ваши задницы. Чтобы спасти наши задницы. Правильно. А перед Путиным оказывается... А, блядь. Так, сходу, блядь. Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали? Как Жюль Верик, как Жюль Верик? Спасибо за победу. За какую победу? За какую похуй. Пусть сам думает. Давай, Хотя пересадку сделал, посмотрите на него. Пересадку сделал. Видишь, проростки, блядь. Что, блядь? Это что говорит? Сертификат дали, сказали, вырос. Как шампунь называется? Команда Гера? Галеран. Галеран. Ну что, это пенальти? Или пьяный пенальти? Гера говорит, кошелек сделал. Вестибулярно не работает. 15 кругов. Что на кругов? 15 кругов. 15? Ну конец. Сколько? 15. Денти, вас быстрее. Что? Ты хотел, чтобы он прыгнул? Или мне послышалось?
Всех обманул. Мне не было плохо. Панельку тоже давал. Гоушары и шиберты. И шиберты. Давай, нельзя. 15. Пошел сразу, быстрее. Да быстрее, нельзя так. Подожди. Джон. Гони, Кавказ. Горят твои огни в глазах у нас. Мы тылой покой. 11, Ярик, труба потекла, Ярик! Ярик, бачок подтыкнуть, Ярик. Сломали. Твоя? Ебан, я мусор, да, приходи, гад, мусор, вису сюда, мусор, да, приходи, гад, мусор, кто-то сделал, ебе, мать, блядь. Сим, No, no, no fear, no lie. Listen, Mary, don't hands up. I'm talking about the legalize. If you scared, shut the fuck up, man. If you scared, nada, we just need to leave. Что это за прикол? Тошнит. Все, тихо, поехали. Мама, чё, блядь? Чё, блядь? 4, 5, 6, 7, 8, 9. А в обратную можно? 8, 9. Давай, 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 давай. Камеру. Ну чё, блядь, но? 12. Забил бы, а. Старого человека вытащили. Подожди, крутите меня назад. Да ну это не серьезно, ребят. Бля, мне забивать надо. Все, ехали. Подожди, подожди. Надо во вторую взять. Считай, считай, считай. Клянусь, клянусь. Клянусь. Пошел. Быстрее. Быстрее. Два, да быстрее. Бля, это, клянусь, если я что хочу, соврал чуть-чуть. Что? Я говорю, клянусь, не соврал, клянусь, покружила, закружила. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Мы проиграли опять, блядь, по моей традиции. Хоть раз выиграл, хоть раз можешь выиграть? Следующий челлендж — это удары с лёта из-за спины. Классно, вообще. Не, в натуре класс. Особенно вот, говори, говори. Вот тот вот паренек, да, вот. Но... Заебись, четко. Умеете, могете просто. Пацаны, вообще, ребята, классно. Стой, ведни хавалваса. Я не ожидал. Смотрю в другую сторону, уже бью. После четвертого челленджа команда блогеров уступает команде футболистов со счетом 2-1. Да. В качестве бонуса... В качестве бонуса мы приготовили для вас особый челлендж. Ребята будут повторять голы, которые забивали когда-то раньше. Это есть галка? У кого? У этого. У Галочкина. Алексей Галочкин. Сейчас поможешь тогда попросить. Тебе дали? А у него нет в Инстаграме. А что ты не попросишь? Ну, у меня матерюсь я там, бля. Как у Роналду. Как у Роналду.
Но это невозможно. Я могу в тебя попасть. Я выходил. Настолько, да ты! Сразу что? Поле побольше было намного, чем здесь. Ну отойди! То есть халявят? Конечно. Ты считай, им с центра надо. Ну скажи, предъяви. Смешно, да, тебе? Хорош, хорош, брат, хорош. Браво. Даем попытку пацанам чуть отыграться. Ну, чтобы интересно было, чё? Да, да, отвечаю. Всегда так, когда хуёво, всегда так говорим. Когда не хуёво, а плохо надо говорить. Мы делимся. Извините, пожалуйста. Нянь. Смотри, блин. Дэн, ну давай, 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 давай! Ну что за шляпа? Не, лежит. Лежит. Хорош! Все четко. Эскерто, эскерто, амиго. Семен Синявский, Магаил Дубуя. Смотри, штрафную. И Гердемир Дубуев. Великолепный гол забивает Николай Гердомиани. Прямо из центральной зоны Николай пробил. Переложился, ну и просто блестящим, блестящим ударом положил мяч в ворот. Гость чистый, отвечаю. Потому что я центральный защитник, я только выносить умею. Давай! Браво! Как тебя зовут? Он улыбнулся, да. Он всегда сказал, что в следующий вот выпуск, чтобы зашпаклевал вот эту дырку между зубов. Да, ну покажи ближе. Гер! Ты как это делаешь? Гера, у тебя решающий удар, сравняешь? Я думаю, забьешь. Ты капитан. А у нас все с первого раза, брат. Давай. Хорош! Выиграли, получается, все. Нет, ничья. Ничья? Дайте. Хорош! Следующее задание, любое. Серия пенальти решающая. И после пятого челленджа у нас ничья. Страсти кипят, и все решится в серии пенальти. Ведь будет Жюль Верик и Коля. И сальто, забиваешь и сальто. И сальто это кто, брат? Сальто. И его звать так сальто. И сальто сделай по-братски. Хорош! Хорош! Как где команда? Я сам порадую. Сам себе руку протяни. Жюль Верик, он так отпраздновал, как будто выиграл. В городе Жюль Верик обитает. Да. Потом вас отстало правильно. Давай. А, пенал у тебя забил я? Все, можно? Фига сотка. Руку верни. Что делать уже? Ты это снимал? Да. Западни ногу сюда. Тебе надо на перекладине повиснуть. Сними. Тебе надо на перекладине повиснуть сейчас. Сними. И команда футболистов одерживает победу, и сейчас вас ждет суровое наказание. Руки пожали сопернику? Ну, после сейчас ударим, потом пожмем. Гера, вы можете ногами ебануть наверх. Ногами можешь... Тихо, ты чё, гонишь? Ты чё, больной? Тихо. Так не... нельзя делать. А сильно не бейте, вы так почки отобьете. Блядь. Наталья, что скажешь? В челленджах больше удары не делайте. По тебе попали? Не больно? Сава, пацан. Блядь. Мразь, это Дэн бил. Тварь. Шутку можно какую-нибудь? Мы не проиграли, брат. Ну ничего страшного. А это когда проиграем, тогда пошутим, брат. Ты чё, на серьёзке? Душим,
Итак, на этом мы закончили по положительной ноте. И вот на этом первый выпуск второго сезона подошел к концу. Спасибо, ребята, мы сняли контент. Что мы делаем, обычно говорим? Ставьте лайки, подписывайтесь, если не за джингл. Это джингл! Пора покинуть черный сити, грязный Гарлем. Среди типов я просто зритель в огромном зале. Они охотно лезут в СМИ под потоки камер. Да, блядь, ну чё? Что будет дальше? Она будет вести твою игру. А проигравшая команда... Блядь! Ты там удивляешься. Давай. Первый... Блядь. Соберись, давай. Вырезать, да мне кажется. А также сегодня у нас два новых новичка. Будь хайп, это или еще чего. Мне не важно все, на чем гонит поп. Это временно, уже растаял лед. И пусть будут те, кто на слабе бред. Мы выкупаем кайф уже столько лет. Все утечет, сынок, все утечет, сынок. So now where are you? Are you lonely? Turning like a piece of music. Да, 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 да. Опа! How can I save your plans for life if it's just